Завтра на сцене Саранской филармонии выступит певец ведущих оперных театров мира Денис Седов с программой из репертуара Федора Шаляпина. Концерт приурочен ко дню рождения великого оперного певца. Мы празднуем день рождения Федора Ивановича Шаляпина, великого русского баса. Будет исполнено множество произведений из его репертуара, как народные, русские народные песни, так и оперные арии из опер, которые сделали его великим и известным на весь мир. Седов прекрасно знаком с творчеством Шаляпина и любит немало его произведений. Легендарного певца Денис считает той высотой, к которой нужно стремиться и всегда ставить в пример. Он был одним из первых, кто соединил два театра, систему, так сказать, Станиславского и оперное пение на сцене. До него, мне кажется, что не было таких великих артистов, которые смогли настолько передать, перевоплотиться в персонаж именно оперный, как Федор Иванович это делал. И поэтому он остается для нас, для всех, каким-то идолом, целью совершенствования. Также Денис знакомый с мордовской публикой. Несколько лет назад Седов уже посещал Саранск. Тогда прогуляться по городу у него не получилось. Замечательный город. Я рад, что, на самом деле, первый раз сегодня я походил, потому что прошлый приезд был такой одним днем туда-сюда. Сейчас я посмотрел, очень замечательно. И архитектура нравится ваша, и как отремонтировали город, видимо, к чемпионату мира. И просто сердце радуется, что у вас все так хорошо. Если вы хотите услышать репертуар Шаляпина 20 века в исполнении Шаляпина 21, то концерт пройдет завтра в Мордовской государственной филармонии в 19:00. Алексей Безруков, Константин Соколов. Наши новости.